Доброе утро, друзья! Сегодня вторник, 9 августа. И вот, Оля, слышишь, как тишина какая? Слышишь тишина? Слышу. А охота идет. Друзья, сезон тихой охоты в самом разгаре. Своими советами, как принести домой полное лукошко грибов, сейчас поделится с нами опытный грибник со стажем, коммерческий директор краеведческого издательства Мария Чурсина. Доброе утро, доброе Мария. Утро. Ну, обычно, знаете, как рыбаки говорят, я вот такую вот рыбу словил. Вот у вас есть какие-то свои рекорды, количество грибов, может быть, наибольшее собранное, или количество каких-то конкретных грибов, например, 63 боровичка. Это очень мало. А это? Это очень мало, ты. Поэтому я даже, если я вам расскажу, вы можете даже не поверить. Я в одно время жила на хуторе, у меня был свой хутор, да? Так. В лесу, далеко, в Столбцовском районе. И я утром на зорьке выходила, выбегала, вот-вот-вот, только расцветала, да? Я бежала в лес, причем я не тратила время на кофе, который я очень люблю выпить по утрам. Я его быстренько заваривала, хватала этот стакан и бежала, пока я до леса, вот там сколько метров дойду, я выпивала по дороге кофе, клала этот стаканчик, на, уже потом возвращалась, забирала его, да. Вот, потому что мне жалко было эти минуты, секунды. Я заходила и захожу, и ныне сейчас бывает, захожу в лес, еще темно. И уже потом мне все светло, все видно. Но, то есть, я люблю собирать грибы, я леса не боюсь. И мне в лесу комфортно, я чувствую себя там счастливой. Я леса не боюсь, я могу накрутить 10 километров. Ну, а улов самый большой, вот какой? Ну, я никогда не считала, я знаю только одно. Я пошла налево в лес, да, я принесла оттуда два лукошка, я его под клен высыпала, пошла направо, потому что я знаю, они меня там ждут, сидят, я пойду направо. Оттуда принесу, да, потом схожу еще туда-то, ой, ну там же тоже подосиновики сидят, я бегу туда. И так каждый день, это просто какая-то страсть, как болезнь. А потом приходите, там ничего нету, и читаете... А потом под кленом лежит вот такая гора, и я знаю, что мне до полночи надо будет разбираться, сортировать, варить, жарить. Вообще, моя мама работала в грибоварне. У нас лето всегда начиналось, или весна, с того, что мы должны до обеда сходить в лес. Прийти, принести и после обеда идти в лес. То есть мы так себя обеспечивали грибами, на работу, ягодами. На работу ходили. Ну, то есть вы дитя природы, дитя поэтому природы. Каждый грибок, каждую ягодку вы, можно сказать, знаете в лицо, и где он будет вас ждать, этот знаю, грибок. Иду по, знаю, куда заглянуть. Недавно увидела репортаж по телевизору. Молодое поколение не знает грибов. Да. Не знает. Да. Для меня это было, ну, не то чтобы там открытие. Так за границей не знают грибов, на самом деле. То есть грибы же собираем только мы здесь, а за границей считается, что можно есть только шампиньоны, а все остальное это что-то страшное, не как, да. Как это... Ну, это не наша культура, правда же? Да. Мы росли по-другому. Мне передавала бабушка, дедушка, мама, папа, да, они меня учили. Сейчас я... учу своих детей, и в этом году у меня внучки Настеньки полгода, я уже возила ее в грибы, уже посвящение в грибы мы провели. Скажите, грибы есть в любом лесу, просто надо уметь их найти, либо есть такие леса, где вот, ну, опознавательные знаки. Нету грибов практически в лесах, которые травянистые, совсем травянистые и чуть-чуть болотистые. Там, конечно, можно встретить в свое время грузди, особенно черные, да, но это же там ближе под осень. Но в основном в сосновых, ну, естественно, в смешанных лесах. Вот сейчас ученые говорят, нужно выкручивать. Да. Другое мнение, слушаешь, нужно срезать, да. Потом я махну рукой и думаю, буду делать так, как меня учили мои бабушка, дедушка, мама и папа. То есть ты срезаешь грибок, и потом закрываешь, чтобы эстетично выглядела полянка, чтобы там все было. Вот. Ну, первое, что делаю я, у меня есть некоторая магия, опять же, от моих предков, да. Я хочу сказать, что в лесу нету ничего лишнего. Ну, нету там ни былинки, ни травинки, ни муравья, ну, не навреди, ну, правда. Я подхожу к лесу и обязательно поклонюсь. Рано приходишь в лес, всегда ты встретишь кого-то. Обязательно. Я подхожу к лесу, вот практический совет. Стучи ножиком и кричи. Привет, друзья, я иду. Уходите, уводите своих маленьких поросят. Вот, что, они слышат, они уходят, правда, свиньи дикие. Угу. Выводок свой, потому что это опасно. Я в такую ситуацию однажды попала, когда меня хрипел на меня шел кабан дикий. Потому что я, правда, подкрадывалась под аппаратом, хотелось этих полосатиков с хвостиками сфотографировать. А вы ему поклонились неожиданно? А он я ему... опешил и он хрипел у меня за спиной, я знала, он уже стоит. Но так хотелось щелкнуть фотоаппаратом, я к нему повернулась и сказала... Тихо, тихо, ухожу, тихо. И вот так мы с ним разошлись. Он им крикнул, ну, рыкнул, и они их щух,
выскочили с канавой, а я в одну сторону и в другую, правда, оглянулась. Я думаю, ли бежит, но если бежал, Богданов завалил. Нет, смотрю, за своими побежал. Часто видишь сбитый ногой гриб. Зачем? Я никогда этого не понимала. Нету ничего лишнего в лесу. Вот этот мухомор или поганка, или еще что-то, это обязательно. Мне не нужно, но это нужно зверю, птице, потому что насекомые питаются грибами. Звери находят себе нужный гриб, особенно мухомор или поганка. Они лечатся. А еще значит, говорят, вот срезал, лизни, если он сладкий, ну вот да, приятный, значит хороший. Да. А если горчит, неприятный. Вот в, таком случае, да, вот в таком случае могут путать боровики. Есть боровики, которые... У меня сестра однажды принесла мне ведро боровиков на хуторе. Да, я его тут же взяла и пошла на поле. Вот, вообще, она как закричала, ей плохо стало. Она принесла мне вот эти боровики, которые ложные, горькие. Вот эти, они да? ложные, они розовенькие. У них вообще-то трубчатая вот эта подножечка под шляпкой. Да, и они розовенькие. И они, конечно, если их попробовать, будут горькие, 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 очень горькие. Он испортит вообще всю жареху там или Но это касается варпа. И других грибов, это да? Это и грибов может других касаться, да. Но вообще самый горький – это вот этот ложный боровик. А есть же, вы знаете, ситуация, когда, допустим, всю жизнь собирали бабушки, дедушки, допустим, вот такие грибы свинушки называются, волнушки, или там коровники там, еще курочки, называют. Курочки, да, говорят. И все время собирали, ну, единственное, там, может быть, чуть-чуть дольше их там или варили. Или польский гриб называют. Вот. Да. Но... Как вот сейчас говорят врачи, что категорически нельзя, накапливают радиацию и так далее. Вот, и так далее что так далее. Касается этих толстушек, свинушек, сейчас кобылки, вспомнила. Кобылки. Ну, коровник, кобылки. Я никогда их не беру. Я долгое время жила на севере и вернулась, когда жить сюда, домой, на родину. Да. Первое, я приехала, мне соседи говорят, вот кобылки, это же в гости кому-то приехала. И я набрала этих ведро кобылок, еще тогда не понимая, да, ну все берут в Беларуси, я привезла. У меня на лестничной площадке хирург жил, врач Виктор Степанович. Он увидел, он так вот брал, как я у сестры ведро, он тут же в мусоропровод. Сказал, никогда. Но вы же правильно говорите, что в Беларуси все собирали, тем все не ели, менее, и вопросов никогда и не возникало. И до сих пор, когда у людей дефицит грибов, они все равно их собирают. Но я знаю, что эти кобылки влияют на печень, они не выводятся, вредные вещества с печени, они накапливаются, поэтому я никогда кобылку не возьму. Во всех грибах есть какая-то вот вредность, вот, кроме вот лисичка, и то они радионуклиды хорошо впитывают. Да? Как я готовлю грибы в принципе? Так. Да. Значит, любые грибы, если я их... Вот это маховичок, который потом, когда вот пальчиком вот так под юбочку нажмешь, он там станет синий-синий, все пугаются, думают, что он вредный. Вот это возле моей палатки прям вырос. На следующий день, вот, пожалуйста, мне такой букетик. Вот. Я хочу сказать, что грибы любят, чтобы их обязательно отварили. Первые 4 минуты я их варю, а я перерабатываю очень много грибов, поэтому 4 минуты я их варю, сразу же сливаю. Если ты 4 минуты пропустил, то грибы, вот это вредное вещество опять впитается в грибы. Если грибы консервировать, маринад должен стать светлый, и грибы опускаются, значит, они готовы. Вот. Это может быть час их варки, лучше всего, чтобы обезопасить, час поварить. Сам увидишь, на медленном огне он станет рассол, во-первых, прозрачный, и они опустятся вниз, грибы готовы. И тогда уже их можно закатывать. А вообще вот сейчас, кстати, бытует еще такое, ну, не знаю, там, учение, оно всегда, наверное, было, но нас, может быть, не сильно касалось, теперь как-то больше люди читают информацию в интернете, ведь грибы – это одно из старейших, даже не знаю, как люди теряются, как их называть, да, что это такое, то есть это отдельная какая-то субстанция, связанная с космосом, живут семьями, а мы приходим, срезаем, отвариваем, жарим, едим их, маринуем и так далее. То есть, может, вот тут есть какой-то конфликт интересов? Может вы знаете, быть, мы по моему опыту нету. Потому что я, если бы я тогда много-много навредила уже грибам и лесу, и природе, они если я их срезаю, они бы не стали бы ко мне. А на самом деле я очень много их собираю, я никогда не вышла с пустым ведром, лукошком, там не знаю с чем, с леса, никогда. Я не всегда, вот если ты с любовью, ну так во всем, не только в грибах, если ты искренне, честно, с любовью не навредишь, то оно к тебе возвращается и прибавляется каждый раз. И я это знаю, я правда это знаю.
Желаем искренне всем с любовью ходить в лес и обязательно возвращаться с полными лукошками грибов. Спасибо вам, Мария, большое за интересную беседу, за хорошие полезные советы. Уверена, сейчас они весьма кстати. Ну а мы напоминаем, что у нас в гостях была опытный грибник со стажем Мария Чурсина. Спасибо большое. Мы провожаем нашу гостью. А с вами, дорогие друзья, встретимся в студии «Хорошего настроения» через несколько минут.